помнишь, у тебя стих был такой, там еще под него речитатив такой сделали с кадрами из фильма про завод. Передай патроны там еще. Да, надо. Слушай, помнишь? Но не я... Не сделал с него песню. Мы... Она у нас в работе. И не у нас, не с Гришей, а мы поговорили с одним чувачком, который сказал, давай сделаем из нее такую панк-роковскую вещь. Да. Я говорю, давай. Он говорит, приезжай, и я все никак не приеду. А просто хотя бы прочитать. А я не могу его... Я сегодня его тоже искал. А потом, знаешь, есть же такие песни, которые... Вчера еще это была... Эй, хорошая песня, а сегодня уже... Опа! Опа! И в ней кто-то услышал что-то не то. Так что... Нет, ну там, если захотеть, можно услышать. Но хотеть-то не надо, зачем? Жизнь не для смерти. Тоже семья. Нет, все усилия выжить сводят смысл на нет. Но покуда над нами провиденье рука, мы, естественно, живы, живы, в общем, пока. Мы живем на изломе грандиозных эпох. Кто бежит, кто воюет, кто ворует, кто лох. Кто стреляет, кто лечит, кто творит на века. Ну а как же иначе? Мы ведь живы пока. Свет, облака, но пока только снятся, значит, живы пока. Счастья нет, говорите, что и радости нет. Так бывает, но в этом тоже спрятан ответ. Если сердце страдает, если гложет тоска, значит, все еще живы. Живы, значит, пока.